Здравствуйте, зрители моего канала. И сейчас нахожусь возле зим клубники купчиха. Наконец-то мне попалась настоящая купчиха. Несколько раз попадал на пересорт, обманывали по-простому. И вот можно видеть такие вот ягоды, характерные для этого сорта. Что самое интересное, она как бы и зацвела, и плодоносить начал, как КСД сорта раннего срока созревания. Такие вот ягоды можно наблюдать. И еще хочу сказать, какой у нее, помимо вкуса, цвета и вида ягод, еще усообразование. Столько усов, то есть можно буквально с нескольких кустиков целую плантацию размножить. Собственно, чем я и буду заниматься. Брал я всего 5 кустов, потому что не был до конца уверен, что это именно купчиха. Потому что, как уже говорил, был опыт, на пересорт попадался, недобросовестные покупатели, продавцы точнее были. Но сейчас уже точно можно сказать, что это купчиха, судя по ее ягодам таким интересной формы. Все много слышали про него, и наконец-то вот он у меня тоже есть. И то, что у него очень много усов, это не может не радовать. Буду размножать. Бешеный у него получается урожайность. Это вот прошлогоднего. В сентябре я посадил эти кусты. И вот у него уже столько вот на одном кустике завязывается ягод. Но еще что хотел показать. У меня на груши после майских заморозков. Я, конечно, не специалист. И вот для меня это было удивительно. Появились цветочки. То есть она повторно как бы выдала вот цветы. И вот сейчас покажу, я как бы с этим ни разу не сталкивался. Обычно если померзла, так померзла. Все это. А сейчас удивительно, как бы, и вот хочу показать это. Сейчас нахожусь возле груши. И вот у меня такие вот что-то вроде цветоносов, бутонов сейчас вот появилось. Были заморозки, и все цветы на груши, они замерзли. А сейчас, получается, повторно как бы они появились. Вот бутоны, вот. Я с этим сталкиваюсь первый раз. Обычно, если, как бы, как говорится, умерла, так умерла. А сейчас они появились, получается, вот эти вот бутончики заново. Кто вот разбирается в деревьях, вот в грушах, заставьте комментарий свой. Я потому что, ну, не специалист, как-то вот деревья, это как бы немножко не мое, и плодовое имеется в виду. И то, что повторно у него как бы цветение вот такое появилось, это для меня как бы, ну, шок, скажем так, новость такая, как бы ни разу не сталкивался с таким вот делом. И как бы будем смотреть, что из этого получится. Так, а у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.